начал быстрое движение в твою сторону. Двигается прямо на тебя. До цели 200 метров. Отстань! Отстань! Помогите! Помогите мне! Оно там! Там, в тумане! Стреляйте в нее, ну же! Коваль, прием. Ты закончил со своим оборудованием? Прием, как слышишь? В лагере его тоже нет. И сигнал его я пока поймать не могу. Если что-то будет, то сообщу. Сука, так и знал, что с ним будут проблемы.
Заодно? Ни с кем я не заодно. Эту установку не случайно вырубили сталкеры. Надо было законсервировать все двери и больше сюда никогда не спускаться. Как вообще пришло в голову проводить повторные испытания? Все ж под контролем. Ты ж сам видел план запуска. Расчеты. Никакого вреда не будет. Сахаров знает свое дело. Ты прикидываешься? Не чувствуешь, что с нами происходит? Да половина бункера жалуется на боли в голове. Ты думаешь, это не связано с мозгом? Ладно, допустим. Давай тогда просто свалим. И пусть они тут сами разбираются с этой установкой. Ну уж нет. А как же остальные наши? Мы же с ними столько эту зону изучаем. Просто бросить их тут умирать? Нет. Я попытаюсь уничтожить установку. Сдурел? Тебя же посадят, болван. А то еще прибьет кто-то из охраны. Они только и ждут, чтобы спустить на нас курок. Меня не поймают, если сделать все тихо. К тому же, еще несколько парней готовы мне помочь. Ну, ты со мной? Да я не знаю. А вдруг... Тихо. Тут кто-то есть. Слышал шорох в углу? Thank you.
Вот это ты вовремя. Не серчай, командир. Больше такого не повторится. Thank you.
Отлично! Излучение практически на нуле. У пролома теперь безопасно. Действуй! Радиационного заражения на поверхности прошла успешно. Уровень радиации соответствует норме, так что можете не волноваться. Осталось только проверить ангар.
сегодня у нас последний день работы над подготовкой к полноценному запуску установки. Ее включение поможет нам продвинуться в изучении пси-активности. Однако теперь мы полностью контролируем работу мозга, поэтому его излучение не будет выходить за рамки выделенной зоны. А значит, мы сможем полностью управлять его мощностью. А что еще лучше, выбирать конкретные цели для воздействия. Мерзким сноркам на озере это точно понравится.
Эй, сталкерок, вставай давай. Пора работать. Зомбированные! Thank you.
Ты как, командир? Еще немного, и нам точно был бы конец. Вовремя ты вырубил эту головоломку. Жалко их. Всех этих ученых, охрану, сталкеров. Так и останутся теперь тут. Даже похоронить некому. Они знали, на что шли, когда подписывали контракт. Уверен, что даже если бы они наперед знали, что с ними будет в конце, все равно бы в зону пришли. Да так и так обидно. Обидно, что все это случилось из-за какой-то нелепости.
Здорово, брат. Бывай, брат. Это что, все? Что торговец отстегнул, то у вас и на руках. Совсем печально. Я-то думал, раз там места не тронуты, побольше куш можно сорвать. У меня было не так много времени на поиски артефактов. Уж извините. Ладно, вот твоя доля. Будь на связи. Приветствую. Приветствую, Журавлев.
Если еще понадобишься, я с тобой свяжусь. Ну, привет! До связи.
есть зацепка по нашему делу. Я бы сказал, зацепище. 2 дня назад какие-то сталкеры в общую сеть сбросили сообщение, что аномалия в туннеле на куски порвала ученого. Не наш ли это клиент? Шеф, в нашу сторону бежит большая стая собак. Нам сегодня точно будет чем заняться.
Здоров, командир. Как оно? Попутного ветра! Всеми доступными средствами. Патрули имеют право стрелять без предупреждения. Я слушаю.
security service of Ukraine is calling all right-minded and loyal citizens to collaborate with the authorities. Report all known cases of stalking. Do not let the looters hide behind your backs. They bring radioactive, unidentified items from the zone that are highly dangerous for human health and life. Only with your help can we eliminate this hideous phenomenon. Do not put your lives and the lives of your families at risk for the sake of dubious profit. Any attempt to penetrate the secure zone will be punished by any means necessary. Лучше бы на руки сразу выдавали. У нас во взводе один был. Так тот, как отмочит. Вот, например. Значит, громадяне, рядовых решили подколоть смертельно небезпечна. Ми захищаємо не зону від вас, а вас від зони. Не наражайте на небезпеку своє життя. Не намагайтеся проникнути на територію, що охороняється. Я зараз дам тебе по голові спочатку кілограмом вати, а потім кілограмом железа, а там посмотрим. Достало. Як мені все достало. Громадяни, зона смертельно небезпечна. Ми захищаємо не зону від вас, а вас від зони. Не наражайте на небезпеку. Лучше б я тут труп не видел. Не намагайтеся проникнути. Как его тварь разделала? Что в зоне творится? Рассказать бы кому. Внимание! Любая попытка поймали, значит, старого сталкера, педофила. Будет пресекаться всеми доступными средствами. Патрули имеют право стрелять без предупреждения. Внимание! Вы находитесь возле охраняемого периметра зоны экологического бедствия. Незаконное пересечение периметра влечет за собой уголовную ответственность. Если что, побольше твари с собой будет свет забрать. Служба безопасности Украины призывает к сотрудничеству всех добропорядочных и сознательных граждан. Докладывайте нам о всех известных вам случаях сталкерства. Только с вашей помощью мы сможем победить это уродливое явление. Не давайте возможности мародерам укрываться за вашими спинами. Они несут из зоны радиоактивные, слабо изученные и представляющие большую опасность для жизни и здоровья людей предметы. Не подвергайте опасности свою жизнь и жизни ваших близких ради сомнительной выгоды. The security service of Ukraine is calling all right-minded and loyal citizens to collaborate with the authorities. Report all known cases of stalking. Do not let the looters hide behind your backs. They bring radioactive, unidentified items from the zone that are highly dangerous for human health and life. Only with your help can we eliminate this hideous phenomenon. Do not put your lives and the lives of your families at risk for the sake of dubious profit. Внимание! Вы находитесь возле охраняемого периметра зоны экологического бедствия. Незаконное пересечение периметра влечет за собой уголовную ответственность.
Как дела, сталкер? Thank you.